Всем привет, с вами Денисыч. И вот у нас новый член семьи. Это кот. Кот породы серебристая шиншилла. Вот такой вот он красивый. Только что сегодня его привез Тимур с Омска. Вот такой вот красивый кот. А как вы знаете, у нас есть еще и кошка. Серебристая шиншилла. Он, правда, еще боится всего. Прячется. О, видите, Левка тут игрушки накидал. А вон у нас кошка. Вот она. Кошка серебристой шиншиллы. Это Фиби. Фиби. Лёва. Да. А это у нас, его зовут Омон. Видите, он еще переживает. Он еще, ему тут, у него тут ничего не знакомо еще. Поэтому он переживает. Такой вот котик хороший. Он побежал куда-то. Так что теперь будет видео про Омона тоже. Про Фиби и про Омона. Кому интересно, пишите в комментариях про него смотреть. Он полез за гитаре. Ладно, сейчас пойдем к Майке, посмотрим, как у нее там дела. Вот у нас Мирана тут. Новый у нас член семьи Миран. Омон зовут его. Тоже кошечка. Ты видела же? Фиби видела? Вот теперь еще такой же кот. Так, давайте зайдем к Майке. Посмотрим, как у нее там дела. Ну, воду почти всю выпила. Свежую наливал утром. Пьет, как не знаю кто, Майка. Да, Майк? Соскучилась по мне. О, опять шерсти сколько. Смотрите. Каждый день убираю. А шерсти много очень. Вон щеночки там маленькие. Видно, надеюсь, их. Вон они спят. Все маленькие. Правда, коту-то уже 5,5 месяцев, а им только вот 2 недели. Вот такие вот щеночки. Мирана, иди сюда. Майка. Вот маечка пришла. Что там у тебя, щеночки, да, твои? Щеночки. Майка, иди сюда. Иди сюда, Майя. Мирана пришла сюда. Вот они вдвоем. Да? Что там такое? Там щеночки были. А там Майя ходит в туалет. Нюхает все. Тоже проверяет. Как Омон. Да? Майюка. Видите, как она линяет. Линька у нее, линька. Шерсть его отваливается прям. Да, Майюха? Да, такие Мирана. Майюха, Мирана, Омон и Фиби теперь у нас. Ну и еще щеночки маленькие. Скоро, кстати, поедем к Джерри. Вот-вот она скоро родит. Ротвейлер Джерри. Так что будем скоро снимать маленьких ротвейленков. Да? Вот так вот. Кто там? Кто-то там выше выходит. Мирана сразу на стороже. Кто-то там ходит. Видите, как она? Сторожевая собака. Пошли, Миран, иди сюда. Май уже не переживает насчет того, что это Мирана находит. До этого она рычала на нее. А сейчас ничего, нормально все. Даже не переживает. Все нормально. Видите, как она смотрит. Да? Мирана, будь тут. С Майкой будь. Какие у меня хорошие собаки, да? И коты теперь у нас хорошие. 2 кота и 2 собаки. Вот у нас Фиби сидит. И Омон пошел в туалет. Какает. Ладно, сам какает я не буду показывать. Но суть в том, что он уже сразу же приучается. Они очень умные, эти коты. Именно этой породы. Ну, как не знаю, как про другие породы, но эти коты...
Очень умный. Фиби рычит на него. Фиби не знает, что, кто это такой. Кто там что делает? Закапывает, закапывает. Мимо закапывает. Копает, копает. Только послушайте на Фиби, как она рычит. Закапывает. Молодец. Покакал в нужном месте. Это очень важно. Самое главное для котов это то, что они должны ходить туда, куда надо. А не на палас и там никуда. Это очень важно. И эта порода очень себя хорошо показала. Да, Фиби? Кс-кс-кс-кс. Кс-кс-кс-кс. Фиби. Фиби. Кс-кс-кс-кс. На него вообще не... Даже не моргает, смотрит. Так закапывает. Амон! Амон! Что там, победил, что ли? Ничего не понял. Что там копаешься? Амон! Ну-ка, иди сюда! Вот сюда, вот писи. О! Еще какает, что ли? Такой вот он мисочкой приехал. Это его мисочка. Да, Фиби? Фиби там стоит. Как смотрит на него, посмотрите только. Как он какает. Фиби не нравится. До этого была одна вроде бы, никто не мешал. А тут вдруг какой-то кот появился. Ну ничего, Фиби, со временем привыкнешь к нему. Закапывает. Такой вот котик красивый. Как он вам? Пишите в комментариях. Нравится вам он или нет. Но мне он очень нравится. Красивый такой. Ему, несмотря на то, что ему 5,5 месяцев, Фиби 9 месяцев. Ему 5,5. Он по размерам такой же, как Фиби, представляете? Такой вот большой кот. Всё, тут она его не выпускает. Рычит, рычит. Кошка. Вообще не выпускает его. А он все копает. Накопаться не может. Такой чистоплотный кот. Да, Фиби? Рычит, смотрите как. Амон. Побежал. А мой побежал, Фиби, все. Покойся. Все, она будет сейчас за ним следить.
Такая вот кошка у нас.